многие говорят, что роль папы на втором плане. Я бы мог опровергнуть это мнение. Много работ и забот, и хлопот выпадает на плечи отцов. Такой же позиции придерживаются другие папы, которые пополнили ряды совета отцов. Главная объединяющая цель – создать детям безопасные условия в учебе и досуге, участвовать в воспитательных программах и оказывать содействие в профилактике правонарушений среди подростков. Очень много отцов, которые желают активно сотрудничать с образовательными учреждениями, именно для того, чтобы вот у нас была такая большая, конструктивная, достаточно очень такая мобильная группа людей, заинтересованных в том, чтобы просто нашим деткам жилось комфортно. В Совете отцов чиновники и общественники, рабочие и служащие, предприниматели и спортсмены. На первой встрече распределены направления работы. Их 8. Основные – это туризм, военно-патриотическое воспитание, профориентация, безопасность плюс, здоровый образ жизни. На вопросы собравшихся отцов отвечают специалисты – педагоги, психологи, медики. Папы хотят сейчас знать все и быть информационно богатыми. Поэтому мы предоставляем такую возможность и открываем все риски, которые есть на пути охраны материнства и детства. Идейный вдохновитель совета и организатор встречи – помощник уполномоченного по правам ребенка Софья Хасанова. Оказать содействие и наладить контакт отцов с органами муниципальной и исполнительной власти, завести сам механизм работы с детьми – следующий шаг. Среди рекомендаций для совета – активизация проектной деятельности, привлечение грантов и внедрение новых методов работы. Папы у нас достаточно такая монолитная такая сила. Мы надеемся, что результаты они покажут хорошие в своей совместной работе.